делать? У нас долгов 50 лимонов. Предлагаю делать ноги. А кто их будет покупать? Ноги не ходовой товар. Надо застраховать офис и поджечь. Да, придется занять денег на страховку. Коллеги, объявляю сегодня короткий рабочий день. Ура! Прощай, любимый офис. Апчи! Апчи! Караул! Горит! Все сгорело, все, что нажито непосильным трудом. Ну вот, а вы расстраивались. Всего-то несколько бумажек сгорело. Вам деньгами компенсировать или пачкой бумаги? Что все это значит? Это значит, я спасла наш офис! И все осталось как прежде. Да нет, не все. Теперь мы должны еще и за страховку.